Я Санита Лига, и сегодня я вам расскажу, как запустить на одном компьютере два скайпа и более. Для начала нам надо перейти в такую директорию. Мой компьютер, локальный диск C, программ файл, Skype и фон. Когда вы зашли, нажимаем правой кнопкой мыши по своему скайпу. Отправить на рабочий стол, создать ярлык. Кликаем. У нас на рабочем столе появляется, собственно, ярлык. Нажимаем на него правой кнопкой мыши. То есть давайте я вам докажу, что у меня один скайп. Вот. Один скайп. Заходим в него. И у нас все же один скайп. Как сделать нам два скайпа? Нажимаем на него правой кнопкой мыши. Свойства. И тут объект. В конце вписываем, нажимаем на пробел. Ставим слэш и пишем такую команду. Нажимаем «Применить». Команда будет в описании. И окей. Можем переименовать, как мы хотим, Skype. Ну, я оставлю Skype, допустим, 2. Все, запускаем этот Skype. Ждем немножко. И, как видите, у нас не запускается этот Skype, который у нас уже есть, а запускается другой Skype, второй. Давайте попробуем третий запустить. Для проверки так. И у нас запускается третий Skype, как видите. Вот, как видите, сколько у нас скайпов. В общем-то, это все. Спасибо за просмотр. Можете запускать неограниченное количество скайпов. Всем удачи, всем пока. Команда в описании.